Друзья, привет, привет, привет! Я безумно счастлив вас всех сегодня встречать здесь. Давайте, давайте, присоединяйтесь, мы вас ждем. Мы уже все вас ждем. Мы уже подготовили. И здесь ждут везде. Так, мы сейчас уже подготовили модель. Так, сейчас звук проверяем все вместе. Привет, друзья! Как меня слышно? Сразу вопрос. Пишите то, что слышно или не слышно, потому что это принципиально важно, потому что, посмотрите, какая у меня потрясающая девушка. Вот это вот, невероятно. Свет выставляет. Выставляет свет, потому что сейчас она будет для вас проводить мастер-класс. Это будет мастер-класс авторских стрижек. Проверяем звук. Пишите то, что меня слышно. Слышно, супер. Отлично, дорогая. Да что, мы начинаем? Мы вообще начинаем, да. Знакомьтесь. Да. Гения Розен, друзья, это невероятно, это потрясающе, это волшебная девушка, о которой вы просили, чтобы я провела с ней эфир. Вот вы просили, пожалуйста, встречайте. Да, меня зовут Гения Розен, я основатель концептуальной школы стилистов, запускаю онлайн-школу «Обучение с нуля» — это первая моя ласточка, где я буду делиться всеми своими знаниями именно мастерам, которые только начинают или хотят себя обновить, или вообще просто влюбились в эту профессию, долго думали, ждали. И наступил этот час. Так мы очень ждем, потому что я-то вообще до того, как приглашать какого-то спикера, я узнаю у всей индустрии, интересно ли им. Так, у меня было столько запросов по тебе, говорит, мы хотим гению, мы хотим посмотреть, как она делает вот эти свои волшебные стрижки. Ну вот сегодня как раз я хочу поделиться своей техникой, одной из первых техник, это техника кэш. А что это такое кэш? Вот как ты думаешь, что такое я кэш? Я не знаю. Ну, прям на слух. Деньги? Кэш. Деньги. Серьезно, правда? Это первая моя техника, которая называлась «Стрижки за $1000». Обалдеть, да ты чё? Еще до конца не вложила знания английского языка туда, такое значение. И получилось так, что мужчины полюбили эту технику, потому что стрижки работают долго, форма головы идеальна, как бы внутри стрижки всегда вы должны знать, какая форма головы. У мужчин не у всех идеально. С помощью кэш можно создавать просто мега крутые стрижки. И мой мужчина, мой клиент, сказал: «Гения, подстриги меня кэш-кэш». Что? Я говорю: «В смысле? Ну вот как ты там это, вот кэш-кэш-кэш?» Я говорю: «А почему кэш? Слышно так? Похож звук на кэш». И получилось, что кэш – это наличность. Ну, в общем, все соединилось. Как круто, да. Ничего себе. Так, ну смотрите, мы сначала подготовили модель. Расскажи, что мы сделали. А, да, кстати, как вам окрашивание? Бомба, бомба, я тебе сказала уже. Друзья, как вам окрашивание? Давайте сердечки. И пишите свои комментарии, общайтесь с нами, я вас очень-очень жду. Я пока прибежала. Вот эта сторона у меня более холодная, то есть, чтобы моя модель замечательная, просто нереальные глаза. Да. Озеро. Океан. Вот. И я ей создала такие нежные пастельные переливы, пошаговое окрашивание. У нас было 3 цвета, достаточно холодный цвет, то есть я взяла металлик, аш, то есть серебро, и добавила туда 1.01. На 10 грамм 1 грамм 1.01. То есть, чтобы такой прям холодный цвет был. Ну, очень красиво. Основной цвет у меня уровень 10 с добавлением цветка сирени, то есть фиолета чуть-чуть. И металлик розовый. Я все это плавно смешивала между собой, где-то концы розовые, корни холодные. Или наоборот, корни розовые. Да, это, смотрите, это трансформер, да? Вот да. Ты мне рассказывал до этого, что это трансформер. Да. Вот эта сторона более светлая и с розоватым таким оттенком. Вот. А весь основной цвет... Он спокойный, 10-21, 1 грамм на 20 грамм было цветка сирени тоже, фиолет. Вот, такое вот модное окрашивание, пастельное, правильное, чистое, но важно было осветлить правильно. А да? Это тоже, да? Это... Да, мы успели за 1,5-2 часа, да,
сделать мега-работу на пятой скорости. Я вообще спортивная девочка, спортивная машина. Я люблю быстро работать. Вся моя команда прошла через такие ломки, потому что от природы бывают мастера не совсем быстрые. Люди. Причем здесь мастера? Просто люди не быстрые и не быстро соображают, и не быстро двигаются. Со мной приходится. Ну вот и гения такая рассказывает. Так, Настя, скажи, пожалуйста, мы стрижем за 15 минут или за 40? Мы за сколько по времени мы делаем стрижку? Так что, друзья. И что я хотела рассказать и показать, прежде чем начну стричь. Что техника кэш – это внутренняя стрижка внутри. То есть мы создаем стрижку в стрижке. И здесь очень важно, как вы будете держать инструменты. Я очень люблю вот эту форму, потому что у нас будет такой эффект, как будто мы все время скользим вниз. Важно, чтобы ваши инструменты не были с насечкой, то есть для слайсинга. Анатомически форма в руке вот так, чтобы было удобно держать и как будто бы вниз спускаться. Ладонь при этом у вас должна быть все время раскрытой. Вы не должны поднимать высоко локоть. Вы не должны клиента наклонять вниз слишком. То есть здесь ваша задача научиться управлять инструментом. Инструменты здесь самое главное. Самое главное. И здесь вы как раз будете чувствовать, что такое прямые ножницы, как они прям как по льду. Блин, ну это танец какой-то, это прям танец. Вообще. Ну что? Давайте начнем? Приступим, да. Отлично. Так, рассказывай, что мы сначала делаем? Я сейчас создам форму на верхнем периметре, то есть фронтально-теневую зону будем задействовать, и сразу же смотрю, так как у меня модель носит все на лицо, плюс-минус там в разные стороны убираем, да, челку стричь мы не будем, как таковую, да, оставляем длину. Ну, длину можно немножко... Можно, да, то есть мне можно. Можно. Хорошо. А сзади, говорит, делай, что хочешь. Вот, ну что, я начинаю работать с первой пряди. И сразу, какая фирма ножниц? Сантачи, мои любимцы. Что это такое? Во-первых, это бренд Сантачи, корейский. У нас представители здесь замечательные, семья, мои друзья. Я не то, что работаю с инструментами, которые вот есть у моих друзей. Нет, у меня друзей много, но инструменты я могу выбирать. И инструменты я выбираю класса люкс уже. Но там неплохие и среднего сегмента ценового. Цена-качество просто великолепно. Долго работают и мои любимые крокодилы, Сантачи, у моих мастеров, у всех Сантачи. Вот. Ну, когда вы захотите поднять уровень, можно уже экспериментировать на других. Так, вопрос. Стрижете всегда на сухую? Практически всегда. Люблю, когда волос в движении, когда я его понимаю, чувствую, управляю. Многие мастера, да, я знаю, не умеют работать на сухих волосах, не любят. Потому что говорят, как, надо же все выровнять, потом создать. Вот, в прямом эфире звонят. Инна Вячеславовна, Софии, перезвоните. И что важно, когда вы высушили волосы, важно правильно высушить, чтобы не было заломов. Абсолютно одинаковый шаг от корней. Волосы, вот они даже по структуре, нету никаких объемов, ничего. То есть вы должны сделать сушку, направляя воздух так, как будто обертывание. Это моя любимая техника венту. А венту с итальянского ветер. Ух ты, ничего себе. Вот смотришь, вот стрижка пикси? Нет. Смотрите, сейчас мы берем первую прядь, представим, что мы дизайнеры волос. Все. Я-то себя уже и так представляю, дизайнер волос. И вот сейчас у нас каждый участок на голове – это отдельные лоску ткани, где ваша задача создавать так форму, смотрите, расповорот. Прядь не двигается. Следующее движение. Так, где купить ножницы? Ну, вы пишите на аккаунт. Гений Розен. Пишите, пишите, наверное. Сантачи, Раша. Вот эти прям самые идеальные ножницы для техники кэш. Просто. Лучше не придумаешь. В этот момент, когда вы работаете техникой кэш,
Важно клиенту держать куклу, помогать так, чтобы падение было волос так, что вы видите в итоге, какой будет рисунок. Смотрите, спускаемся, делаю достаточно жесткий шаг и разворачиваюсь. Ну, неожиданно, такого я еще не видела. В моих прямых эфирах такого еще не было. Могу с уверенностью сказать, я очень долго стеснялась говорить, что мои техники, потому что очень много было случаев, когда со мной спорили мои коллеги по цеху, да, преподаватели, которые говорили, нету своих техник и быть не может. Почему? Ну вот не знаю почему, я тоже все время говорила, почему? Ну нет, ну как почему? Это? Ну, как тут это? Берешь опыт ну, свой, это? Помноженный на какие-то это фантазию, и, мне кажется, правильно же? Да. А, вот смотрите, смотрите. И ничего нету. Но будет рабочая текстура. Стрижка как будто начинает говорить. А, вот она, смотрите, действительно, как воздух, да, вот то, что ты говоришь? Да. Здесь, конечно, увидеть одно, но очень важно повторить. Да. Да. Самое главное клиенту не рвать волос. Вот у меня, кстати, модель, это даже не просто клиент, а практически коллега, которая управляющая в барбершопе. Ну, то есть знает, чуть-чуть рвать волосы как бы не случайно, да, здесь. Видит, как работает старику. И по ощущениям, что ты вот сейчас чувствуешь? Что-нибудь чувствуешь? Я рву волосы, нет. Тяну? Нет. Завораживает вообще? Очень. Да, конечно, наши клиенты все всегда в восторге, в шоке. Да, мы в восторге. Так, друзья, давайте миллион сердечек. Уже пишет, я фанат техники кэш. Много сердечек тебе. Так, только пожалуйста. Вы знаете, у меня был такой случай. Приехала мастер из Красноярска, из Сибири, да? И, в общем, она приехала с мужем, он ее поддерживал. И она посмотрела кэш. День был отработки, у нее не получался. Она приехала в гостиницу и стригла мужа, техника кэш. И утром на второй день отработки она говорит, муж орал, но я его стригла техникой кэш. Вот так не надо. Никто не должен ради любви к вам терпеть. И тем более кричать. Ну подожди, ну а где отрабатывать вот это вот? Слушайте, вот запускается сейчас онлайн-курс. Где там? Столько всего я собрала про волосы, про психологию, про строение волос. Рассказала так, чтобы было интересно смотреть и слушать. Я вот не люблю монотонности. О, это никто я не любит. Я не люблю, когда какие-то банальные нам вещи рассказывают. В общем, я собрала все самое для меня концептуальное. И поэтому называется моя школа Concept School. Так, мы стричь будем, нет? Да, 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 и так я на тебя засмотрелась. Я сижу и смотрю. Дорабатываю у лица. И очень важно, чтобы волосы не двигались. То есть вы не должны двигать и прорывать волос. Так, перехожу на другую сторону. Так, да, уже все хотят. Уже хотят ножницы или учиться? У тебя. Все хотят. Ко мне хотят. Кстати, у меня достаточно много клиентов, моих мастеров, которые прошли у меня обучение. Вот. Да ладно, они клиенты тебе? Да, и они мои клиенты. Ага, то есть, друзья, можно сначала прийти. Смотрите, как я держу руку. Я стою, мне неудобно. Но это не важно. Инструмент двигается в руке в разные стороны, абсолютно. Вы не должны включать локоть, предплечье. У вас кисть должна быть подвижная. Я всегда говорю, начинайте учить восточный танец. Вот так вот, да? То есть вы кистью начинаете работать активно в разные стороны. Во-первых, это полезно, как минимум. А во-вторых, красиво и удобно. Так, вопрос. Сколько сантиметров от корня начинает скользить ножницы? Смотря когда. В этом случае мы от корня не работаем. Когда очень густые волосы, то я прямо от корней прорабатываю. Бывает так, что работа начинается от корней, потом я расчесываю прядь, спускаюсь вниз и начинаю рисунок задавать в середине пряди, потому что эта техника не только на короткие волосы, а на средние, длинные. В общем, всем волосам подходит, кроме
очень тонких, обесцвеченных и пушистых, кудрявых волосам не подходит. Ну вот сразу вопрос, на жестких, торчащих волосах. Нужна, знаете, техника кэш, вы ей можете победить клиента, завоевать клиента, влюбить своего клиента, а можете потерять раз навсегда. И запомнится очень, очень нехорошо. Я извиняюсь, то, что спиной поворачиваюсь. Ну, со мной еще моя команда. И здесь еще. Да. Продолжаем работать голову на меня. Вот так видно? Да, видно. Так, вопрос. Если нет возможности положить волосы на ладонь, так эта техника не подойдет? Подойдет. Но на обесцвеченных волосах и вначале рекомендую работать на руке. То есть на ладони. Это ваш как экран, который вы... это как стол, где вы ткани раскладываете. Вам нужно красиво сделать красивую выкройку. То же самое с волосами. Пожалуйста, я сейчас покажу, как работаем мы без ладони. Хороший вопрос. Да, мы сейчас вам все покажем. Нужно расчесать порост волос, убрали королеву. Кстати, кто знает, почему я называю расческу королевой? Ух ты. Друзья, к вам вопрос. Смотрите, очень важно, когда вы заходите, вы не заходите вовнутрь. Вы работаете только в этом сантиметре, который вы только что отчесали. И у вас, если вот так появляется вот такой рисунок, здесь не хватает. Я могу зайти еще раз. И доработать. Ножницы и ладонь, как я показала, смотрит наверх. Видите, какая текстура появляется. Так, по поводу королевы вопрос вам задали. Друзья, давайте, почему гения называется расческу королевой? Ну что, хотят, чтобы я работала без ладони, значит, я буду работать без ладони. Так, закрываем полотно ножницы в самом низу. Вот. Волосы не двигаю. А, 5 сантиметров. Изначально эта форма сделана уже классическая, а эта техника заканчивает стрижку, правильно? Нет, почему? Здесь просто у нас нету задачи много срезать у лица. А вообще этой техникой мы можем создавать любые формы, какие мы захотим. Ну, здорово. Вы создаете внутри стрижку, потом вы можете создать и на длине, можете сразу, я не знаю. Стрижка – это создание образа. Это не просто какая-то заученная форма, которая подходит ко всем. У всех разное строение волос, форма головы, лица, в конце концов. У кого-то маленький нос, большие глаза, у кого-то маленький лоб, высокий. Это все учитывается. Как без этого? Просто стричь? Нет. Вы должны создавать. Вы должны видеть образ, мыслить образом. Потому что клиенты сейчас нуждаются в таких стилистах, у которых есть вкус, у которых есть видение, которые следят за трендами, понимают волосы. Мы не начинаем стричь, пока не прощупаем все, не почувствуем. Так. Правильно я говорю, девчонки? Так, размер твоих ножниц? 5,5. Так, ширина пряди? 1,5-2 сантиметра. Не тоньше и не больше. Так, вот девочки пишут, что я так прореживаю густые волосы всегда и давно. Да, этот как техника слайсинг, может быть, да. Но здесь очень важно технически прядь за прядью и руководить инструментами. Вы можете зайти как в ближний шаг, смотрите. И у вас получается внутренняя стрижка. То есть мы не говорим про то, что только облегчаем концы. Мы создаем стрижку. И я уже понимаю, какая у меня форма будет, что я хочу в итоге увидеть, а хочу увидеть, что затылок у меня будет короткий, макушка тоже достаточно короткая, но активный фронтальный участок будет как раз у лица. Так, диагональными проборами? Я шла диагональными всегда, когда мы работаем техникой кэш. В редких случаях, когда мы хотим прям просто показать рисуночек, мы ровные, горизонтально берем шаг. А в остальном случае только диагональные проборы, чтобы стрижка была невидимкой, невидимой.
Так, на кудрявых волосах такая техника подойдет? Вы должны вначале выпрямить и создать крупный шапкэш. И как следует продумать образ. И, как правило, это середина пряди. Смотрите, вот я сейчас беру от... Но это прям волшебство какое. Как вам, друзья? Давайте много сердечек. Кстати, никто не ответил по поводу королевы. Королевы, потому что, наверное, не знают. А кто у меня обучался? Вообще, кто у меня учился? Кто-нибудь был у меня на мастер-классе в каком-нибудь городе? А ты где была? В каких городах? Ну, ты же не сейчас была, да? Я достаточно долго ездила по всей России, активно преподавала и показывала свои авторские техники и учила работать на разных брендах. 8 лет я проработала в Астории Косметик и была арт-директором учебного центра и продвигала все бренды, которые у нас были. Вот. И, конечно, сколько городов, я даже не могу сосчитать. Но это много, это разные города. В общем, самые такие эксклюзивные, далекие, дальние, как город Серов, Бийск, Владивосток, Владикавказ, я не знаю. Обалдеть, я была... Короче, ты была везде. Я практически была везде. Так, смотрите, я уже создала. И самое главное, я начинаю чувствовать свое создание, внутреннюю стрижку. Мои пальцы начинают чувствовать. Абсолютно повторяют форму головы, нету перегруза, нету этого активного плотного участка, который был у нас у лица. Что теперь мы видим на макушке? Макушка, кстати, наверное, я не буду задавать вопрос, как я называю макушку, или зададим? Да нет, рассказывай, да? Интересно. Макушка – это Сан-Марино. Ух ты, королева Сан-Маримона. Сан-Марино – это государство, в государстве в Италии, на горе. Ага. Люди живут в своем государстве на горе, как боги. Представляете, утром просыпаются и видят простор, и представляете, небо, облака на уровне глаз. Я всегда говорю, что нужно было сделать в прошлой жизни, чтобы родиться в Сан-Марино? Так, а почему ты макушку так называешь? Это очень важный участок, это государство в государстве. Здесь важно учитывать рост волос, форму головы. У меня не хватает объема на этом участке, плюс еще есть вихрь. Вот он. И когда я сушу волосы, я полностью снимаю всю информацию, получаю информацию о волосах. И понимаю, что мой клиент, с чем он останется после стрижки, как он будет это укладывать, форму. И когда я все вижу, краевую линию, макушка, кстати, челка. Челка у меня тоже государство в государстве. Так, челка как называется? А пусть догадается, это все Монако. Италия. Нет, это Италия. Это Италия, так. Второе государство в государстве. Очень важное. Этот Ватикан? А, да. Да, реально, кстати, это Ватикан. Видишь, какая? Анастасия, ты вообще просто сейчас... Что? По-моему, все об этом знают. Да, не все. Да ладно. Не все. Вот кто-нибудь успел ответить? Подожди, сейчас посмотрю. Ватикан, да, я не Ватикан, одна. Молодцы. Да, мы молодцы, ребят. Да. Так, вопрос. Вопрос. А в дальнейшем как повторить эту стрижку? В смысле? А зачем ее повторять, когда вы просто берете опять техникой кэш и дорабатываете, создаете рисунок? То есть в следующий раз, когда у нас клиент придет, мы просто доработаем рисунок, да? Да, мы моем голову, сушим, и, как правило, клиент приходит и говорит, у меня вот все отросло, формочка чуть-чуть не работает. Или наоборот, я хочу изменить, я хочу более структурированную челку, рваный эффект, вообще красота. И смотрите, я двигаюсь так, что я вижу каждый шаг. Вот, у меня уже отработана прядочка, а здесь вот это именно прядь под макушкой, очень важная. Так, мне не очень удобно, я перейду на эту. Давай, да. И вот, так... вот еще раз вопрос этот же, это финишная обработка, перед этим создавали форму, длину? Нет, ничего не создавали, это не финишная, это мы сейчас создаем рисунок внутри стрижки. И будем заканчивать тем, что берем длину. Смотрите, я создаю текстуру, вот мне удобно сейчас стоять. Угу. Нажимаю на прядь так, что чувствую кожу головы и спускаюсь вниз. Быстрым закрытием
полотен не протягиваю вниз. А вот девочки как раз ответили по поводу королевы, потому что без расчески как без рук. Да. Вот правильно, да? Я могу понять, как мастер мыслит, как он управляет волосами. И именно как он расчесывает волосы, это очень важно. И этот инструмент заслуживает большего внимания, чем уделяют в колледже или в каких-то обучающих центрах. Мои мастера с королевой тут просто проходят все... Да, я услышу. Да. Смотрите, все. Ой, как форма интересно. Приподнимается. Но самое главное, да, я медленно двигаюсь к макушке в легкой диагонали. Да. Потрясающе позитивная личность, умничка, спасибо. Красивая, клевая, кайфует. Все дороги ведут в Рим. Точно. Так, вы... кто эта девушка, как ее зовут, как ее найти, как тебя найти? Гения. Кстати, всегда спрашивают вопрос, очень часто задаваемый, а это псевдоним, имя. Я могу сказать про имя. Давай, давай. Друзья, Гения Розен, это Гения Розен. Внизу написано, так что вы можете аккаунт найти в сторис. Заходите в мои сторис, я везде ее отметила. Давай, рассказывай, почему Гения? Кстати, тут недавно было событие, в котором... Ну, важно было рассказать о себе. Такой был тренинг. И когда я сказала, что меня зовут Гения Розен, мне почему-то вопрос такой задали. А тяжело живется с этим именем? Ну, я говорю, почему? Ну, всегда нужно оправдывать. А я об этом никогда не думала. То есть я безответственная, я никогда ничего не оправдывала. Вот. Имя, на самом деле, в честь прабабушки моей. Ой, я не могу, мне вот уже нравится. Ты кайфуешь, мы все это заметили. Да? Смотрите, вот этот участок, вот макушка нетронутая, все проработано вокруг нее. Я как по горе двигаюсь вокруг, то есть на горе. Двигаюсь не по прямым линиям, улицам, а все по окружности. Вот что я вам показывала. Смотрите, приподнимаю чуть-чуть. Угу. Так, ну по поводу бабушки. Да, это в честь прабабушки моей, Гения. И когда меня назвали, мой папа и мама, это, ну, она попросила, во-первых, сама, они были безумно против, потому что ну как девочке жить с таким именем, непростым. Ну необычным, я вообще такое имя Таня, не слышала. Таня, Наташа, Лены, ну в общем, как бы много было имен, но Гения... Это было, конечно, вызов. И их попросили, не называйте девочку таким именем. И, в общем, в школе меня называли и Гена, и Геннадий. И вот как только мне исполнилось где-то, ну, 18 лет, я вдруг начала понимать, что у меня крутое имя. На самом деле, я все время его стеснялась. И не понимала, что же это за вообще, ну, наказание мне такое. Имя, вот, и, в общем, я сейчас его приняла, как никогда, и абсолютно себя чувствую комфортно. Супер, так, а если клиент с длинными волосами, а хочет короткую такую стрижку, как сушить, если форма еще не задана? А, здесь вот как раз, понимаете, как я могу рассказать, как сушить? Техникой обвертывания, управлять потоком воздуха, чтобы чешуйки всегда были закрыты. Попадая на корни, попадайте на длину, до кончиков практически. И чуть-чуть в конце прорабатываются по длине волосы, брашингом. Но это нужно увидеть, это нужно попробовать. Это одна из сложных моих техник. Хотя, мне кажется, самое простейшее, что может быть. Но мастерам с опытом тяжело дается. Я сейчас приступаю к тому, что создаю уже рисунок. Я создала на фронтально-теменной зоне, боковые затронула участки, вокруг макушки техникой кэш. Сейчас еще доработаю движениями, расческой на макушку, то есть мы будем двигаться на Сан-Марино. Техника называется еще раз как? Как называется у нас техника? Сушки.
Венто, техника кэш. Друзья, кэш. Деньги. Гения Розен только что рассказывала. Да, смотрите, вы двигаетесь все время на макушку. Вы видите, как в танце работает волос. Ножницы держим абсолютно перпендикулярно. Движение на макушку. Собираем и дорабатываем вот таким шагом. Так ты еще и танцуешь, что-то мне кажется. В полете, в танце, все это в движении. Сейчас я отойду, вам покажу. На самом деле у меня все мастера танцуют. С моими техниками невозможно стоять и стричь. Потому что нужно двигаться. Во-первых, это клиентам нравится. Волшебство, да? Что я не вижу? Да, на тут... макушку, стыковка. И двигаемся прямо на Сан-Марино. Да, и миллион, миллион, миллион сердечек давайте. У-ху! Какие ошибки могут совершаться при этом виде стрижки? Вырывают пряди, не понимают, что они создают. Должен быть ритм стрижки. Это не просто облегчить плотность, да, это создать внутри стрижку, которую я сейчас пошарила по всей практически верхней зоне головы создала. Где-то более глубокий шаг был, где-то ближе к корням. Все зависит от каждого участка головы. Почему $1000 изначально? Ты каждый сантиметр видишь, как растет волос, какая форма головы, как это все подстричь. Не просто отстричь, а создать изнутри движение. Есть такой эффект, что стрижки работают безумно долго, очень круто. И мастера говорят, мне не очень выгодно так стричь. Слушайте, пусть ваша стрижка стоит дорого. Клиент готов платить и ходить с нею в кайфе достаточно долго. Слушайте, увидела вот это облако нереальное, красивое, серенькое. Как мне нравится, вот когда волос... Да тебе все нравится. Ты вот в волшебстве. Я люблю волосы. Это реально. Это правда. Не знаю, чувствуется, что я люблю волосы? Очень чувствуется. В каждом твоем движении вообще всего тела все чувствуется. Вот пишет, девочки пишут, видно, Nails студия. Если бы я вас встретила, когда мне было 18, я бы точно вошла в профессию. Вас очень интересно слушать, даже не профессионалу. А я могу похвастаться этим. Очень много мастеров, которых я влюбила в эту профессию, втянула в это дело, и они счастливы. Вот правда. Ко мне приезжают за реанимацией, чтобы вот влюбиться опять в эту профессию, когда долго уже в этой профессии находишься, бывают мастера... Выгорание. Да, и перегорают. Кстати, вот сейчас у меня стоит рядом со мной Наталья, которой уже сколько лет? 15 точно. 15 лет. Что ты со мной сейчас проходишь? 15 лет? Трансформация. Ежедневная трансформация. Да, мы учимся многим вещам, которые для меня основа основ. Слышать волос, понимать волос, управлять волосами. Понимаете? Я не представляю, как можно работать в этой профессии, если ты не понимаешь, как быть хирургом, который знает только, где находится сердце. А все остальное не его в компетенции. Ты должен понимать этот материал, ты должен создавать прически, стрижки, окрашивания. Ты все должен научиться делать лучше. Лучше-лучше. Да, обязательно. Пишет, очень интересный метод, уже хочу попробовать. Кстати, пробуйте обязательно каждый наш мастер-класс, каждый прямой эфир, отрабатывайте. Машинка, Vogueers. Я люблю эту машинку. Что-то крутое, да? Да, это очень крутая машинка, очень крутая, на самом деле. Давай посмотрим. Она заряжается очень быстро от телефона, буквально 10-15 минут, и сразу зарядка поднимается. От телефона? Прямо от телефона? Ну, от зарядного, да. Ага. От телефона шнур. Угу, да, угу. Да. И смотрите, вы можете стричь прямо на длинных волосах. Здесь есть насадки, которые магнитиком вот так вот прям одеваются. И ты можешь создавать прям стрижку. Оттяжка, стрижка, текстурировать.
все что угодно. В общем, я люблю необычные инструменты. Это для меня как вызов всегда. Смотрите. Да, еще раз, друзья, повторяйте все вот эти вот мастер-классы. Повторяйте сегодня, пересмотрите прямой эфир. Возьмите модель, сделайте это, отработайте, присылайте фотографию. Отмечайте меня, отмечайте гения. Мы будем выставлять у себя в сторис. Правильно? Будем уже выставлять? Да. Все. А что нет? Я тут уже договорилась. Да, ты уже должна за слова. Все, друзья, присылайте ваши работы. Гения даст обратную связь по вашим стрижкам. Да, кстати, попробуйте. Ну, начинайте с затылка, не начинайте у лица делать технику кэш. А чешите диагональю, диагональным пробором на затылке, возьмите прядь и почувствуйте хотя бы не стричь сразу, прям не стричь, а поимитировать, как будто бы стрижок, и почувствовать, разворачивается ли рука, как работают ножницы. Все это очень будет важно. То есть сначала мы как будто, а потом уже приступаем. Да, когда рука уже сработала. Стричь могут все. Да ладно, серьезно? Я говорю, не будьте стригунами, потому что я могу ребенку дать, я могу своему мужу дать ножницы, и он вот так возьмет, да и отстрижет. Инструмент уже стрижет, понимаете? Краска уже красит. Мы управляем этим. Какие наши знания, какие наши технические возможности. И я всегда говорю, сила в диагностике. Если вы не проанализировали, с чем вы будете работать, как вы будете работать, и если вы на каком-то этапе окрашивания, стрижки, отключили мозги, извиняюсь, конечно, но это бывает, у вас вдруг включился механизм привычки, и вы уже не создаете, остановитесь, просто остановитесь. И подумайте, что я делаю? Я понимаю, что я делаю, я чувствую, что я делаю. Ну, попробуйте. Опять же, когда на мокрых волосах стрижешь, чуть-чуть все по-другому. Ну, если я кого-то заражу сейчас этой безумной идеей работать на сухих сразу волосах, чувствовать волосы, ощущать их, управлять, то рекомендую купить курс «Обучение с нуля», где как раз я буду показывать технику кэш так подробно. Так, мы уже ее отсняли. И буду показывать коммерческую технику контра. Ух ты. Обожаю ее. Все мои мастера работают с этой техникой. И она, ну, она очень вкусная. Так, мы уже хотим. Я уже хочу даже с нуля. Кстати, для общего развития, слушайте, как здорово, что есть онлайн-обучение. Да, вообще не говори. Можно, не отходя от кассы, кучу всего узнавать, учить, постигать. Ну, если, например, углубляться, то обязательно нужно с отработкой приезжать. Смотрите, я сейчас... Вот у меня вопрос был по поводу слайсинга. Это слайсинг, пишут. Нет, это техника кэш. Слайсинг – это слайсинг. Берутся пряди и облегчаются. Вот, это техника от Тони Нгай. Здесь есть большие различия. Кстати, вот тоже так тяжело было поначалу объяснять. Все говорили, да это никакой кэш, это техника слайсинг. Я объясняла, нет, это кэш. И доказывалась. Я говорю, возьми ножницы, повтори. Сделать. Окей. И это совсем другое. Вы должны, еще раз говорю, проработать и создать внутреннюю стрижку. Смотрите, вот это кэш на концах. Мы сейчас дорабатываем вот таким способом. Я собираю и прорабатываю еще концы. Смотрите, расческа держит. За расческой работает моя помощница, левая рука, мой ассистент. Но она не главная. Беда многих мастеров. Ты понимаешь, Анастасия, приезжают на тренинг с других городов. Там 20 лет за плечами стажа. Я показываю, объясняю, все говорят, все. Все понятно, все круто. И начинается отработка. Та-дам. Вот враг. И здесь тоже чуть-чуть. Когда рука не дает новому, когда вы по привычке все делаете, это как в отношениях, представляете? Ты понимаешь, что уже вот так не работает, нужно что-то обновить. Да? Здесь конечно, конечно. Отношения, да? А ты по привычке реагируешь на какие-то вещи.
здесь очень важно убрать эту привычку, быть гибким к разным техникам. Я вот училась в разных школах, и Видал Сасун, и Тонинга, и Аль де Коппола, и, в общем, сейчас что-то из головы все вылетело. И уроки брала у разных известных стилистов, и не очень известных, интересных стилистов. То есть, и ты выключаешь то, что ты умеешь делать, а включаешь то, что тебе интересно попробовать по-новому. Не как ты научился за все эти годы и привык. Только так и все. У нас учили, мы привыкли. Наверное, нужно дорого платить, чтобы, знаете, когда ты вложился, тогда ты понимаешь, что тебе надо. Да, и мозг начинается включаться сразу, знаешь, неожиданно. Поэтому курс, кстати, у меня будет и недешевый, и недорогой. То есть первый пакет у нас будет стоить, кстати, первым 10, кто первый купит, первые 10, получит скидку, очень классно, пишите в директ. О, это мы хотим, скидки мы любим. Друзья, Гения Розена, аккаунт, пишите быстрее в директ, пока вас не опередили другие, прям быстро пишите. Что скидки, это всегда так приятно, я обожаю скидки. Смотрите, двигаюсь по кругу. Как будто выкручиваю волосы. Да ты вот как такие. Артист на сцене. Так, вопрос по поводу вьющие волосы. Нельзя стричь? Прям у вьющихся волос очень много. Какая волна? Какой завиток? Спиральный? Спиральный нет. Зачем кэш? Зачем? Таким волосам нужно другую технику применять. Так, я всегда думала, так можно сделать рваную стрижку, при этом не затрагивая форму. Ну, мы сейчас и форму тоже создаем. Не совсем поняла. Так, я думала, что можно... сделать рваную стрижку, при этом не затрагивая форму. Можно, можно. Можно вообще внутри проработать и сделать стрижку-невидимку. Так, конечно, стрижка-невидимка. Можно. Очень интересно. Друзья, вы слышали? Стрижка-невидимка. Так, ага. Не слайсинг, а зигзаг. Не слайсинг, а зигзаг. А, смотрите. По технике имеет в виду. Что похоже на зигзаг, да, технику? Правильно я понимаю? Чуть-чуть, да. Но опять же, смотрите, в каждой технике, которая уже существует, есть что-то, что объединяет какие-то элементы, уже придумать новый велосипед. Конечно, но, друзья, мы понимаем, что есть 7 нот, и все. Смотрите, я сейчас. Так, где купить машинку? Тоже фирма Сантачи. Ой, слушайте, а крутая, не могу, такая легкая. И она такая доступная. Так, подожди, подожди, переверни, я покажу. Друзья, вот. Я не знаю, триммер или не триммер, триммер вы спрашивали? Триммер. Нет, а может быть про вот эту они спрашивали, про другую? А, это тоже у Сантачи. Да, ну я думаю, что... Ага. Вогерс. Ну, может быть, пускай тебе пишут в директ, а ты там уже это, поможешь ребятам? Конечно. Все, пишите, Гения Розен, заходите, подписывайтесь, пишите все в директ, прям как можно быстрее. Подскажите, пожалуйста, сколько доступ к онлайн-курсу после его окончания? Я точно не могу сказать, но кажется, год. Вот, это вообще очень круто. Да, потому что очень важно, чтобы мастер мог... просматривать, прорабатывать какие-то моменты, потому что там очень много информации. Очень много информации, где подробно прямо с разных камер монтировали, я в этом участвую. И мало того, что там много уроков, где я рассказываю про Инстаграм, как фотографировать, как работать. То есть такой объемный курс я смотрю, да? Он очень вкусный, он прям так такой. Мы уже в тебя все влюбились, давайте миллион сердечков. Так, друзья, быстрее заходим на аккаунт Гений Розен, пока вас не опередили ваши коллеги. Быстрее пишем в директ, что хочу курс, и вам ответят в ближайшее время. Первые, кто напишет, первые 10 получат скидку на онлайн-курс Гений Розен, друзья. Вот эта энергетика, у нее аж голова перестала болеть. Но аппаратура всегда, то есть ты свидетель. Мы еле аппаратуру подключили, кстати. Так, даже.
Да, капец, бомба, а не личность, вот. Харизматичность зашкаливает, заряжает энергия. С любовью, правда. Я хочу, чтобы в этой профессии мастера чувствовали себя самыми крутыми, счастливыми. Потому что, ну как в этой профессии можно грустить или просто приходить как будто офисный сотрудник? Ну, вот, хочешь сказать вашу... Да, ну ты что, ты тут танцуешь, у тебя тут танец с волосами. Так, спрашивай, сколько лет гения в профессии? Вообще с детства, можно сказать, с 3 лет. А как ты это, с 3 лет? Неожиданно, у меня ребенку 5, мы опоздали. Я в 7 классе уже стригла почти полшколы. Может быть, как-то мои одноклассники увидят. Но осознанно с 30 лет. Если я уже раскрыла, что с 30 лет, если я скажу, ну, сколько, тогда все поймут, сколько мне. А я как бы не хочу, я считаю, что возраста нету в этой профессии. Если ты стоишь, если ты зажигаешь, ты драйв создаешь, какая разница тебе, сколько лет? 18, 20, 30, 50, 60, 70, 80. Я вот хочу до 90 лет быть в профессии. Спасибо. Потрясающе. Да, мне все говорили поздно, поздно начинать, 30 лет. И я столкнулась с тем, что я не знала, куда идти учиться, я не понимала, с чего начать. Не, ну действительно непонятно. Вот действительно непонятно, куда идти. Ну, представьте, вот в 30 лет тебе нужно взять новую профессию в руки. С чего начать? Очень сложно было. Но опять же, если ты 100% это хочешь, если ты настроен так, что у тебя есть правильный запрос, космос тебя слышит. Он тебе дает людей, он тебе под твой запрос дает ситуации, где ты можешь себя проявить, показать, рискнуть, быть первым, брать на себя ответственность, прям вот голодным быть, понимаете? Я такая была, мне сегодня 12, ну вот... Куда ты? Тебе еще рано. Подожди, ты из другого города. Какая разница? Я хочу, я действую. И нет преград. Вообще, совершенно. Ни маленькие дети, ни территориально. Это все оправдание. Когда мы начинаем говорить, я бы с удовольствием, но у меня нет возможности, у меня нет времени, у меня нет денег, у меня там нет... Это сам себя закрываешь, сам себя сливаешь от жизни. Вот девочки пишут, я в 38 собираюсь начинать. Круто! Ой, учитесь у меня, правда. Я люблю прям вот старшеклассниц, потому что здесь такая осознанность идет уже, что ты получаешь, что тебе важно сделать. И ты многое... собирать хочешь взять, да. Хочешь взять. Действительно, голодная, вот как ты говоришь. Я вообще люблю голодных. О, да, во всех смыслах. Девочка пишет, а я после 40 начинаю новое предпринимательство. О, круто. Вот, вообще, кстати, ты же тоже предприниматель. У тебя свой салон красоты в центре Москвы. Да, да. Как совмещать быть стилистом и быть предпринимателем? Вчера был хороший вопрос моего мастера, моей Алены, которая сказала, вот как лучше, фокусироваться на чем-то одном и доводить его до конца, или все-таки наблюдать за разными происходящими событиями, практиковать, что-то узнавать. Я всегда говорю, я человек многофункциональный. Мне и тут важно, и тут. Я не могу отключить себя и сказать, сейчас я это себе не могу позволить, это не для меня, к примеру. Не для меня. Все, что со мной происходит, все для меня, все для меня создается. И поэтому я и это узнаю, и это пробую. Если есть возможность поэкспериментировать, подумать, учиться, поехать, послушать, я все себе позволяю. Я подписываюсь вообще, кстати... Вот этот интернет. Да? Все хочешь. Да. Возможность. Вот здесь главное, конечно, не рассеиваться совсем, а четко понимать, что тебе интересно и что ты получишь полезное. Вот эта информация тебя сделает лучше, тебе будет круче от этой информации. Если ты зарядился, тренируйся тогда, практикуй. Вот просто влюбиться в кого-то или сказать, вау, круто работает, это еще не значит, что ты так работать будешь.
важно попробовать. Практика. Красить, продумать, увидеть конечный результат, не ждать пальцем в небо. Если ваши работы начинают быть прогнозируемые, это круто. Это прям, значит, вы понимаете, что вы создаете. Вот я за это. Так, дорогая, рассказывай, у тебя есть мастер-класс, к тебе хочет топ-стилист Веллы, Алексей. Я скоро открою стены новой своей школы. Я отказалась осознанно от мастер-классов офлайн. Я никуда не езжу, я отказываюсь. Или я приезжаю только как член жюри. И после того, как я запущу онлайн-школу, я начну обучать только тех, кто прошел мое обучение. Ну вот мой такой будет выбор. Потому что тебе важно, мы с тобой об этом говорили, ты хочешь, чтобы знали твою терминологию, чтобы мысли твои, миссию твою, чтобы люди приходили уже подготовленные на учебу, на одном языке. Да. Это важно. Конечно, конечно, чтобы они не приходили, переспрашивали, что человек, они уже знали изначально, кому они идут, зачем они идут, и что они получат. Я иногда включаю свет на тренинге, чтобы мастера начинали чувствовать волосы. Это знаете, как кушать в темноте. Ты просто ешь, потому что ты хочешь есть, думаешь. Но опять же, это тоже такая иллюзия. Ты хочешь на каком-то первом моменте, а потом ты просто ешь машинально. Да. Так же и в работе. Нам кажется, что мы вроде вот сейчас заболтаемся. Смотрите, что. Да, при том, что еще раз повторяю, гений мне говорит, так, что, за 15 минут подсвечу? Я говорю, нет, давай за 40. Сейчас я прорабатываю только шаг от корней. Вот такая у меня будет история. Закрой глазки. Девочки, пишут, я в 53 начала и кайфую от профессии. Вау, видишь, супер. Какие? Мне 47. А какая была профессия до? О, кстати, да, расскажите, какая у вас была до профессия? Вот пишут, мне 47, меня это не останавливает. Слушайте, круто. Вы знаете, я сейчас расскажу быстро, или мы не успеваем. Сколько времени? Рассказывай. Да, на все слушайте, очень интересно. Я не помню уже в каком году, но это было самое начало моей карьеры. Я уже в Москве преподавала, но для меня важно было, чтобы все директора, у кого я работала, отправляли меня обучаться. То есть я нигде не училась, и мне важно было... Все школы, лучшие школы пройти. Это у меня было как бы первое мое желание было записано учиться у лучших. Все. И я, естественно, как только была возможность, я говорила, я хочу поехать и пройти мастер-класс там, у такого-то стилиста. Я хочу поехать на выставку. И тут я еду на выставку в Болонью. Ну, это известнейшая выставка. Италия, моя любимая. Ой, Италия. Я обожаю Италию. Гуляю по выставке, и все так было грустно, потому что очень много... Это продажная выставка, там много брендов, косметология, нейл, в общем, и это огромный, это почти как город. Вот сам Болонья город, эти павильоны огроменные. Вот, и что? И вдруг последний день я вижу, как работают мастера молодые, итальянцы с Промези. И вдруг они заканчивают, я причем смотрю, думаю, как круто быть мужчиной. Вот эти накачанные тела, вот эти рубашки накрахмаленные, вот это вот... Все выпирает, красиво, да. Сексуально, прям думаю, ну вот я бы хотела работать, чтобы моя работа была тоже сексуально выглядела. Ну, то есть она должна быть... В движениях. В движении, индивидуально, не просто я тяну и стригу, да, или расческа там работает по коже. А это все равно какой-то разговор неслышимый. И потом увидела, что эти ребята спрыгнули со сцены, закончили работу и куда-то прямо устремились. И я за ними. И смотрю стенд. Небольшой стенд, мало софитов, то есть по сравнению, что у них было. И здесь я вижу, стоит худенький какой-то маленький мужчина, не разглядев вообще, сколько ему лет. Потом только, когда начала разглядывать, увидела, что фаланги пальцев уже такие, знаете, все-таки возраст, да, вот то нам мешает работать бесконечно в этой профессии. И вдруг я поняла, что он стрижет так и вытаскивает, высовывает язык от кайфа, от
обчесывает и вытаскивает язык. Представляете, и стрижет. Он просто кайфовал на сцене. Ему было, он потом признался, 83 года. Обалдеть. 83. Черные, со стрелочками брюки, накрахмаленная рубашка белая. Вот тут бородочка, тут на мизинце какой-то длинный ноготь, не знаю зачем, но, видимо, надо. И как он вот это... И он рассказывал только о женщинах. Он всю стрижку рассказывал, где у него были романтические истории. Да ладно? Он ни разу не рассказал, как он расчесывает, какие там диагональные, горизонтальные. Он просто работал. Вдруг я поймала себя на мысли, я понимаю, как он работает. И он работает так, что нету мусора, слов нету, нету лишнего. Все идеально, идеально, проверено, точно. Если один отчес, то он делает его один раз и так, что просто сам кайфует. Я поняла, вот это класс. Высшее мастерство. Вот это уровень, понимаете? И я для себя поняла, так я только начала, да я вообще ребенок. Кто мне говорил в 30 лет поздно, да? Да и с моими-то тиграми, тут-тут-фу, я в 90-е. В общем, и эта выставка перевернула мое сознание, и я как будто обновилась, вот как телефон. Обновляем, вроде думаем, и так пойдет, да, и не знаем, что за обновление будет. Обновили и понимаем, что вот новый этап. Жизни в телефоне. Вот так и здесь. Вот, и девочка как раз пишет. Была раньше военнослужащей. Ого! Пришла в профессию, да? Я учитель в начальных классах. 5 лет парикмахер, и мне 44 года. Ничего себе. Вот еще раз, как бы, понимаете, не важно, где ты работал, важно войти в любую профессию с азартом, страстью. Я говорю, всегда нужно прям... влюбиться и быть голодными. Вот голодными, голодными. И у меня девиз. Возможности каждого ограничиваются в его желании. Если ты хочешь, вот пусть весь мир против, найдите в себе силы и объединяйтесь с людьми, которые верят в вас. Их может быть немного, но самое главное, чтобы муж хотя бы был на вашей стороне. Но если нет, и... Можно и так справиться. Да. Ну, поддержка все равно будет по-любому. Так, друзья, по поводу этот же Инстаграм есть, Гения Розен. Все вопросы, Гения Розен, пишите. Вот как раз уже вопрос поступает, сколько стоит стрижка именно у вас. Я думаю, что пускай лично тебе пишут, да, а ты ответишь на этот вопрос, правильно? У нас вся информация есть. Заходите на Гения Розен студию, и там вы получите... информации, позвоните администратору. То есть можно к тебе попасть, чтобы ты подстригла? Ну, у меня запись, в принципе, закрыта на 2 месяца вперед. Но можно, конечно, я люблю работать, я обожаю работать. Как отказаться от работы с клиентами? Даже дело уже не в деньгах, да, или в каком-то таком формате, что ты не можешь не работать. А я не могу не работать, не экспериментировать с клиентами, не чувствовать это напряжение, когда приходит сложный клиент, который тебя поднимает с первого класса, как ты учился и понимал, и тебе не важно, сколько ты дипломов, сколько кубков, сколько регалий, где ты кого держал, залы, 1000 человек, 200 человек, ты одного должен так вдохновить, так заикарить, и этот уровень, эта цена, качество. Ну, это ты как будто себя так оживляешь и чувствуешь, что ты в этом направлении живешь. Ты не просто учишь, ты сам работаешь, и ты все на себе экспериментируешь и понимаешь. Смотрите, что я сделала. Так, у нас минута. Минута? Вау! Вот наша стрижка. Мне сюда, пожалуйста, принесите фен. Ага. И 57 потом. Секунд. Заболтались. Я говорила, я предупреждала. Не, ну ты потрясающе, мы тебя все заслушались. Друзья, 1 000 000 сердечков жду от вас. Бегом подписывайтесь на аккаунт Гения Розен, Гения Розен Студия. Задавайте все вопросы в директ. Первым 10 написавшим в директ Гения обещает скидку на онлайн-обучение. Сделаю
30%. Да ладно. Это очень круто. Это мега круто. 30%. Так, друзья, бегом. Аккаунт Гения Розен. Пишите в директ. Подписывайтесь. Прям бегом, бегом, бегом. А у нас эфир заканчивается. Быстрее. Все. Где? Волшебство. Тут творится волшебство. Ну что ж, до новых встреч, друзья. Мы сейчас фоткаемся для вас. С любовью. Пока-пока.